лучше заклиниваем. Дня три желательно мочить. Понял. После мочалкой не тереть. Ваня категорически запрещена. Исполняющий обязанности заместителя главы администрации городского округа Щелково Герман Верницкий прошел первый этап вакцинации от коронавирусной инфекции в Щелковской областной больнице. Вакцинация показана людям, которые еще не переболели коронавирусом, в возрасте от 18 до 60 лет. Чтобы проверить, есть ли в организме уже выработанные антитела, предварительно нужно сдать анализ крови. Если иммунитета нет, можно прививаться. Перед уколом пациент проходит обязательный медицинский осмотр. Перед этим был осмотр врача, померили давление, температуру, посмотрели горло, послушали, сказали, что все нормально, что к прививке готов. Второй компонент вакцины вводится ровно через 21 день после первой прививки. В Щелково можно пройти вакцинацию в прививочных пунктах на Парковой и на улице Фрунзе. Мария Буржинская, Игорь Поляков, Щелковское телевидение.